Итак, ребят, всех приветствую на моем канале. Сегодня быстренько расскажу про Parktronic, как я его поставил, как спрятал провода и как вообще он работает. Parktronic имеет вот такой экранчик, который позволяет видеть препятствия. Он показывает левую и правую сторону автомобиля, а также метраж до препятствия. Я вывел экран самого Parktronic на переднюю часть, немножко наклоненный к водителю. И сам кабель идет вот там за печкой спрятан. Вот это, вот здесь он уходит. И получается его нигде, смотрите, вообще нигде нету. Вот эта часть разбиралась полностью вся, вот эта пластиковая штука, где порог, здесь спрятан кабель, и от самого экрана он идет в багажник. То есть вот здесь он проходит спрятанный, здесь тоже он под низом проходит, и вот здесь немножко видно сам кабель, вот не знаю будет ли, ага, видно, вон чуть-чуть кабеля видно, и здесь он уходит в сам багажник, соответственно в багажнике спрятанный блок управления и 4 датчика в нашем багажнике, вот здесь смотрите, 4 датчика, кто надумает себе ставить очень классные вещи, всем рекомендую, реально круто работает. 4 датчика, которые реагируют, то есть 2 датчика, вот этот и вот этот относится к левой части автомобиля, 2 остальных относятся к правой части автомобиля. Соответственно, если у нас есть препятствие, экранчик срабатывает и показывает нам, что мы подъезжаем уже к препятствию. Смотрите, я сделал так, что реагирует он на заднюю передачу, то есть вообще не работает. Я включаю зажигание, видите, он не работает. И только когда я включаю заднюю передачу, смотрите, раз, экранчик загорается. Экран, смотрите, будет показывать, видите? То есть все, правая сторона, правая и левая сторона полностью подойдет, то есть видит препятствие, уже парковаться нельзя. Сейчас человек еще раз, подойди с левой стороны. С левой стороны, и вот эти лампочки будут показывать, что препятствие подходит с левой стороны, видите, то есть срабатывает только левая. 06, 05, 04, все, паркинг. То есть, все, припарковались. Подойди с правой стороны. А теперь человек будет подходить с правой. Сейчас он перешел. И смотрите, когда он подходит с правой стороны, то срабатывают правые датчики и показывают, что правая сторона, то есть у нас видит препятствие. Подойди теперь посередине. И сейчас, когда человек подходит посередине, то две стороны будут работать автоматически и показывать, что препятствие с обоих сторон. Видите, две стороны сработали препятствия, слева и справа. Вот так, ребят, работает этот датчик. И когда я выключаю скорость, оп, то есть автомобиль работает, все только на задней скорости. Естественно, можно, кто хочет, подключить его к передней передаче, но это бред, потому что когда он будет постоянно работать в пробках, вот это все дело, будет постоянно пищать, не поможет. Вам это очень плохо. В общем, на заднюю скорость поставили, очень круто, реально очень классно парковаться. Вы просто, то есть реально измеряли примерно так же, он и показывает, как и есть на самом деле до препятствия. Вот такой вот Parktronic, кто захочет, пишите в комментариях, с удовольствием помогу вам его приобрести и подскажу, как его поставить. Ставил на славуту, по сути, неважно, стандарт или люкс. В общем, вот такие изменения. Кстати, поставил еще подлокотник, кто не видел.